Все, здрасте, друзья. Сегодня йога. Lenovo Yoga Tab 3. Попробую поменять дисплейный модуль. Заказал на Али. €26, по-моему. 26 или 27 евро заплатил. Две недели шел дисплей. Ставлю за 70, кому интересно. Так, сняли три винта здесь. Честно говоря, очень давно его разбирался. Поэтому... Вот такой вот расхераченный. Приблизительно представляю, там по ходу разберемся. Как он разбирается. Последний раз разбирал его. Пару лет назад, и то это был не третий, а второй, наверное, или первый. Думаю, суперсложного здесь ничего нету. Надеюсь. Пока все на клипсах. Аккуратно отстегиваем. Возможности повреждения пока не вижу никакой. Кнопка включения. Да, вот центральные клипсы здесь. Здесь у нас что? Здесь у нас тач вижу. Дисплейный модуль, шлейф. Так, батарея, судя по всему, здесь. Если мне не изменяет память, разъем батареи. Снимаем заглушку. Да, вот он, разъем батареи. Шлейф кнопки включения. Итак, давайте посмотрим на дисплейный модуль сначала, что там да как идет. Убираю в сторону.
трубочка маленькая. Иди, Диме. Диме. ¿Cómo estás? Bien. Necesito ver cuánto me puedes cobrar para cambiar el pin de carga de un S9, de un S6. Galaxy S6, 25. 25. ¿Y demora cuánto? ¿En cuánto tiempo? Media hora, una hora. ¿A qué hora cierras hoy? A las 8. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Херню опять мне положили. Зачем они их ложат? Непонятно. Реально не понимаю, что ими никто не пользуется. Чудесный набор. Скотч 3М. Все это нам не пригодится. Упакован авторитетно, конечно. Тач. Ну да, и разъем дисплея. В принципе, все понятно. Давайте сейчас разберемся, как быстро, безопасно снять дисплейные модули сюда. Потому что подключить его не получится сейчас сразу, как видите. Для этого надо будет снять дисплейный модуль. Шлейф короткий. Итак, соединили шлейф, разъем,
эту у нас приклеим двусторонний скотч обычно. Давайте попробуем снять картой без нагрева, учитывая, что рамки нету. Мочу и запропил спирт. Посмотрим, как пойдет. Кстати, здесь он не склеенный. Я не знаю, может, есть версии склеенные, но здесь стекло идет отдельно. По сути, можно было заказать только дисплей. Потому что стекло целое вроде. Так. процентов сняли. Дисплей тоже легко снимается, как видите. Об этом я не подумал. Можно было заказать дисплей, хотя там, если дисплейный модуль стоит, я заплатил 26 или 27, уже не помню, дисплей стоит где-то 20, наверное. Практически ничего не потерял. Так, давайте включим фен. Извлечен. Так, здесь аккуратно надо вытащить шлейф.
целое стекло. Оригинальное. Нам еще годится. Если оно, конечно, работает после такого удара. Если оно целое, значит, 90% что работает. Это, конечно, не 3М, намного круче. Могли бы и прислать хороший скотч вместо этого, который сейчас есть везде и повсюду. Качество у него, конечно, осталось в прошлом. Думаю, наклеим акриловый, либо 3М, и сверху проклеим еще клеем, так будет надежней. То есть скотч у нас будет в качестве прокладки. Можно этот заказать, кстати, они есть на Али, вот эти. Ну и вот здесь осталась линия у нас. Ставим для проверки. Застегиваем тач. И дисплея. Включаем.
Так, смотрим, что там у нас. Так, ну, тут код я, к сожалению, у клиента, у клиентки не взял. Поэтому проверяем так, как есть. Я не думаю, что какие-то будут проблемы. Заказываю в этом магазине не первый раз на Али. Пока не подводили. Думаю, можем ставить. Выключаем аппарат. Да, сюда по-любому надо приклеить двусторонний скотч и на него клей, как я и говорил. Прокладка здесь необходима. Включаем батарею. Я думаю, давайте заклеим дисплейный модуль, так будет проще. Тот же 3М, только в рулоне. Напрессуем его как следует. Так.
чтобы воздуха не оставалось, ходим. Не, попозже. Один вопрос, да? Ты слышал про это дело? Литовский документ, латвийский? Нормально или нет? Слушай, я занят. Через сколько будет? Через час. Есть экран, экран, что готовим? Так, это пассажир меня отвлек. Правильно. Неправильно я наклеил. Так, убираем в сторону. Вот он понемногу вылазит, это хорошо. В финале поставил на зажимы. Застегиваем батарею. Вроде все. Ставим заглушку. Thank you.
Hola. Hola. Perdona, ¿por acaso vendes chips de Laika? No. Застегиваем клипс центральный. Так, ну, в принципе, все. Единственное, сейчас нужно поставить на зажимы часа на 3-4. И можно звонить клиенту. Включаем аппарат. Так, ну и здесь с этой стороны. Thank you.
Ну, вот как-то так. В общем-то, все, друзья. Был Lenovo Yoga Tab 3. Оставляйте комментарии, подписывайтесь. Я Дуб. Всем удачи в ремонте.